Привет поклонникам Ютуба, привет всех, кто подписан на мой канал. Вот я оборудовал такую столярную мастерскую маленькую, не очень большую, 2 на 3 метра, больше не позволяет. Места нету. Значит, тут у меня буржуйка стоит. Здесь у меня циркулярка, фуганок. Ну и остальное место. Вот, готовлю крыши. И вот заготовки. Вот это такой столик, на котором я скручиваю крыши. Значит, это все делается на рутовский корпус. Значит, длина 52,5. На ширину 44,8 миллиметра. Значит, на крышу используются вот такие 4 заготовки, 2 заготовки вот с такой выборкой и 2 вот такие прямые. Сейчас она будет вот так, буду состыковывать. Вот, и скручивать. Значит, при стыковке пользуюсь клеем, обычный клей ПВА, и вот такие вот шурупы. Кое-кто клеем не промазывает, а я все-таки не жалею. Лишних пару копеек на клей идет. Но зато, я думаю, будет покрепче. Здесь у меня сделан прямой угол. Прижимаю. Значит, у меня один шуруповерт как дрель. Просто намечаю место. Оживляю шуруп и вторым шуруповертом закручиваю. Все, вот получилось ровно здесь, здесь совпадает и вот такой вот стык. Вот, кстати, про шуруповерт. Он у меня, значит, батарея сдохла. Он переделан из, ну, на простую зарядку. На автомобильное зарядное. Кому интересно, можете у меня на канале найти. Вот. Так, ну что, пойдем в следующую сторону. Точно так же прижимаю. Наметил. Все, есть. Клей ПВА не обычный, а дисперсия. То есть он более прочный, густой. Ну, проверено, держит. Держит отлично.
Все, подкрышник готов. Точнее, не подкрышник, а это у нас крыша. Сейчас проверим, как она становится на корпус. Значит, вот корпус. Вот подкрышник. Значит, поставил. И теперь буду вот так вот дергать. Значит, зазор. Зазор каких-то там 3-4 миллиметра есть. Точно так же в эту сторону. Все, нигде не гуляет. Все стоит нормально. Все, готово для покраски. Сверху еще набьем крышу, покроем жестью. Жесть уже купил с типографии. И все. Будут заготовки на крыше. Все, всем спасибо за внимание. Кому было интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если хотите смотреть про какие-то дела в мастерской, что я делаю, с уликами, что связано, и не только. В общем, всем спасибо за просмотр. До новых встреч!